Доброго ранку, друзі! Наступний гостєвий майданчик вже на цьому дивані, на нашому талановитому дивані. Дві чарівні гості. Отже, дозвольте вам представити. Олена Рудковська, організатор міжнародного конкурсу дизайнерів «Мода без кордонів», директор модельної агенції «Mix Models». Доброго ранку. Доброго ранку. І Ксенія Отріченко, кастинг-менеджер конкурсу «Мода без кордонів». Доброго ранку. Ну і розпочинаємо ми з першого питання. Ми знаємо, що от, власне, відбувається міжнародний конкурс дизайнерів. Він відбудеться 23 листопада. І розкажіть нам трохи про нього, що там буде відбуватися. Конечно, это мы всегда ждем очень этого мероприятия, потому что это очень масштабно, всегда интересно. И в этом году я хочу сказать, что мы решили в нашем ночном клубе «Провокатор» все поломать, сделать абсолютно новый формат проведения. Это будет новая локация. Мы пробовали это делать весной. Ну, тогда подиум был высокий достаточно. В этом году мы благодарны очень руководству, которое нам разрешило вот так покреативить. И поэтому у нас будет достаточно длинный подиум, 10 метров. То есть будет все как в рамках именно европейских показов. Поэтому вот так мы будем удивлять наших зрителей. Ксенія, як я розумію, моделей для показу відбирали ви, правильно, як кастинг-менеджер? Так, звісно, також іскала нових моделей не тільки з нашого модельного агентства, але у нас є навіть моделі з всієї України. А як відбувається, власне, процес? Так, це дійсно цікаво. Це все зараз дуже просто. У нас є дуже багато соціальних сетей, в яких можна побачити будь-яких дівчинок-моделей. Ну, а ви от влаштовуєте покази зараз тільки для дівчат чи для хлопців? Тому що, ну, от, у нас є, наприклад, Костя. Як бачите, такий харизматичний хлопець, такий, ну, доволі модельної зовнішності. Тим паче з модельним минулим, якщо я не помиляюсь, правильно? Ну, от, можливо, у вас плануються якісь проекти, власне, із-за участі чоловіків-моделей? На конкурсе дизайнеров у нас участвуют как девушки, так и парни-модели. У нас есть отдельно коллекции, там, где есть мужские коллекции, и есть совместные вместе с девушками-моделями. Це дуже цікаво. Ну, якщо у вас там будуть якісь речі оверсайз, то можете і мене покликати, де не видно буде. Загалом, скільки дизайнерів бере участь? В этом году у нас достаточно много дизайнеров, то есть это будет около 13 дизайнеров. Просто как-то, если вы следите за нашими проектами, когда одно время к нам их приезжало достаточно много, и поэтому наши проекты затягивались всегда до 4 часов. Ну, потому что все хотели показать свое мастерство. Теперь мы стали как бы немножечко ограничивать, мы стали делить, отбирать самые лучшие коллекции. Поэтому, ну, в этом году у нас будет около 13 показов. И плюс я хотела отметить, что у нас есть очень интересный проект еще с нашими стилистами-визажистами, которые всегда нас удивляют. Ну, может быть, это я раскрою секрет, может быть, не раскрою. Но в этом году достаточно интересное задание мы им дали. Это подготовить проект «Живые картины». То есть у нас будет такой своеобразный парад живых картин. А вот щодо, власне, наповнення цього конкурсу, хотів запитати, які у вас були вимоги до конкурсантів, власне, до дизайнерів? Вони мали представити щось конкретне, в якихось, я не знаю, як там всілякі прет-а-порте і як там поділяються ці покази модні. От, обов'язкові категорії були, які вони мали представити. Можете розказати, що? Так, звісно. Тобто у нас, ну, як правило, ну, есть такие стандартные категории, которые всегда используют, вернее, номинации, которые всегда используются. Это пред-а-порте, пред-а-порте делюкс, арт, фольк, детская мода. Очень давайте для людей, которые не совсем для мана, например, бы. Так, власне, что такое пред-а-порте, что такое пред-а-порте делюкс? Ну, пред-а-порте – это одежда, скажем, ну, для повседневного, скажем, использования. Вот. А пред-а-порте делюкс – это уже одежда, скажем так, эксклюзивная. Даже само слово «делюкс» говорит о себе. Вот, поэтому дизайнеры всегда очень креативно подходят. Мы рассматриваем, конечно же, обязательно эскизы или фотоколлекции. И, понятно, смотрим, как это будет все в формате, потому что мы стараемся проводить это как фэшн-шоу. У нас не просто есть показы, хотя, ну, как бы это основа всегда. Ну, самые, скажем, яркие коллекции мы всегда стараемся показать достаточно креативно с нашим хореографом-постановщиком Юлией Тодосевой, которая всегда очень творчески подходит.
Если вы у нас не были, мы вас приглашаем, вы увидите, как это красиво. Тут Максим осыпав компліментами про мою модельну зовнішність. До питання до пані Ксенії. Розкажіть, будь ласка, поговорили про вимоги до конкурсантів. Які ж були вимоги до моделей? Я певно, просто якщо ви мене не залучили, то я цим вимогам не відповідаю все ж таки, не дивлячись на компліменти Максима. Модели отбирались конкретно для коллекции дизайнеров. У каждого дизайнера были свои предпочтения в типаже и параметрах. Помимо этого подбирались модели, те, которые более выигрышно покажут ту или иную коллекцию. И, соответственно, конечно же, должен подходить типаж под коллекцию, рост определенный, говорит дизайнер, для своей коллекции и, конечно же, параметры. Тобто ви мали ознайомитися з усіма колекціями, вивчити їх і потім підібрати цих всіх моделей. Це ж велика кількість роботи. Як ви це все взагалі справилися з цим завданням? Скільки часу на це пішло? На это время идет, наверное, даже сейчас. Ого. Этим нужно жить для того, чтобы проводить такие мероприятия на таком уже европейском уровне. І такі мероприятия в нашому місті проводяться доволі-таки нечасто. Тобто ви професійний кастинг-менеджер, і у вас в обоймі постійно є якийсь масив моделей вже? Звісно. А самі виступаєте моделлю там, можливо? Звісно. Під час деяких. Тобто ви суміщаєте в собі, власне, і так читаєте вимоги. Ну, я знаю модель, яка ідеально підходить для цього показу, так в зеркало. Буває таке, коли самі себе призначаєте на якийсь показ? Я вже котрий раз приймаю участь на міжнародному конкурсі дизайнерів і скажу то, що цей раз особливий, тому що помимо того, що я буду участвувати в колекціях, репетувати, мені потрібно, відповідно, звісно ж, ще і слідити за організаційними моментами. І на якісь колекції, ну, я, конечно, согласовываю все с Еленой Игоревной, и она уже утверждает. Ну, Ксения говорит, я успею везде. И, в принципе, я убедилась на прошлых наших конкурсах, что Ксения действительно, у нас были такие моменты, когда вот, как это у нас называется, зоопарка, когда там очень маленькое расстояние, это за кулисами одежда снимается, тут же одевается прямо на полу. Но Ксения все успевала, поэтому, думаю, в этот раз у нее также все получится. Так, якісь родзинки. Ви нам уже перед початком нашого цього майданчику пару таких цікавих моментів закинули. Хотіла, щоб глядачі почули родзинки даного показу. Ну, в первую очередь, конечно, я хотела сказать, что впервые на нашем показе будет представлена, скажем так, номинация «Историческая реставрация». У нас будут рыцари. Вот, кстати, я вас приглашаю поучаствовать в качестве модели, потому что это впервые. И я очень рада, что мы можем вот так вернуться к истокам, и что у нас есть такие люди, которые этим занимаются. Вот я буквально недавно узнала об этом от Игоря Филипенко, нашего постоянного медиапартнера, и он, когда мне об этом рассказал, я связалась с ребятами, и рада, что они откликнулись, и наши зрители также это увидят. Кроме этого, у нас будет очень интересный показ от Татьяны Шахматовой. Она предложила свою креативную идею. Ну, вот сегодня как раз мы будем репетировать, чтобы ее, скажем, воплотить в жизнь. Это будет перевоплощение на сцене. Такая легкость бытия назвала Татьяна свою коллекцию. Ну, а то, что получится, я думаю, зрители увидят уже на самом показе. А конкурс международный. Да. Які країни будуть представлені? Ну, в этом году у нас приезжает очень известная, ну, я скажу так, девушка, она новичок, но она достаточно известна уже, у нее очень много наград, но сейчас нет смысла все это перечислять. И вот она к нам приезжает со своей достаточно интересной коллекцией. В основу легли легенды про Уляну Касиндзяну, это национальный румынский герой, насколько я помню. Вот, и она очень творчески тоже подошла, и зрители это увидят. У нас должны были быть две коллекции из Беларуси, но, к большому сожалению, то есть они были заявлены, мы их очень ждали, но, к сожалению, вопросы билетов, как-то там что-то, ну, в общем, они к нам не смогли добраться, именно уже по Украине они не смогли просто взять билеты. Ну и самое главное, конечно, что в этом году к нам приезжает гость, почетный гость, это член жюри из Нидерландов, да, город Роттердам, это Джерри Люксембург. Очень приятно, что он откликнулся, потому что я слышала, что он
креативный продюсер. Он именно, у него есть замечательный салон Della Moda в Роттердаме. Он достаточно серьезно относится к моде. Он очень любит, как мне уже рассказали, именно поддерживать и дизайнеров, и как раз организаторов вот таких вот событий. И я ему написала, ну, как бы, ну, я всегда приглашаю. И когда я получила от него ответ, я была, конечно же, очень рада тому, что он откликнулся. Вот мы с ним ведем переписку, переговоры. И вот завтра он уже будет в нашем городе. Он остается здесь на 3 дня для того, чтобы, ну, какие-то с нами еще вести деловые переговоры. Поэтому, я думаю, вы о них потом узнаете обязательно. Ну, це дуже класно. Такі події дійсно розвивають наше місто, просувають його на міжнародну арену. Ну, і, на жаль, час нашої розмови з вами підходить до кінця. Ну, останок можете ще раз анонсувати. Коли, де, події, що, коли, як? Да. Значит, 23 числа в ночном клубе «Провокатор» в 18 часов состоится международный конкурс дизайнеров «Мода без границ». И еще одна секунда, я хотела сказать, что у нас замечательные призы, и в этом году опять лучшая коллекция получит путевку в Европу, дизайнер лучшей коллекции получит путевку от туристического агентства Skyfull, поэтому дизайнеры, я думаю, будут... Є за що поборотися. Да. Що ж, нагадаємо, сьогодні у нашому ефірі була Олена Рудковська, організатор міжнародного конкурсу дизайнерів «Мода без кордонів» та директор агенції, модельної агенції Mix Models, та Ксенія Отріченко, кастинг-менеджер даного заходу «Мода без кордонів». Дякуємо, що завітали сьогодні до нас, прокинулися цього ранку і прийшли. А зараз для вас музична пауза, не перемикайтеся.